Друзья мои, всем привет! Нас затопило. Звучит, конечно, смешно, когда мы находимся в одноэтажном доме в частном секторе, и над нами нет соседей. Следовательно, мы затопили сами себя. Ну, вернее, не мы сами себя затопили, а затопила нас вентиляция. Водичка, которая каким-то образом собирается в трубах вентиляционных, стекает на наш натяжной потолок. Мы не сделали пока отверстие для того, чтобы протянуть трубу к вытяжке, поэтому вот водичка собирается у нас под потолком. И здесь у нас образовался вот такой вот пузырек. Теперь мы этот пузыречек должны слить. Там вода. У нас тут 8 точечных светильников, и из любого мы можем сейчас произвести слив. Вот такой вот пузырь у нас тут на потолочке. Картина, конечно, не из приятных, но, к сожалению, такое бывает. И хорошо, что у нас здесь натяжной потолок. Он нас спас, нам помог, собрал водичку. Если был бы здесь аналог, гипсокартон, либо другое покрытие, вот эту вот проблему мы бы обнаружили слишком поздно, и решать ее пришлось бы гораздо сложнее. Сейчас мы просто снимаем светильник и сливаем воду с потолка. Все, на этом у нас проблема решится, и без всяких там других действий мы продолжим работать на данном объекте, и эта проблема уже нас не будет волновать. Поэтому многие из вас, кто считает то, что все-таки гипсокартон лучшее решение, я бы посомневался в этом. И все-таки отдал предпочтение натяжному потолку, потому что сейчас очень много всевозможных вариантов, как можно обыграть натяжной потолок, как его можно красиво сделать. Даже многоуровневые потолки сейчас уже это не редкость. Поэтому задумайтесь, прежде чем решиться на монтаж потолка из гипсокартона. Все-таки натяжной потолок лучшее решение в этом случае. Хотя бы спасает от затопления. Ну, снимаем светильник. Вот он у нас такой маленький, красивенький. Буквально недавно я его ставил, а теперь уже будем его удалять. Итак, вот она, водичка на потолке. Вот она, моя хорошая. Я не так много, потому что мы вовремя обнаружили проблему. И сейчас, в общем, мы ее сольем аккуратненько, без всяких проблем. Ну, вот так выглядит потолок над потолком. Так, водички у нас не так много, поэтому вот такого вот небольшого ведерка, я думаю, нам будет достаточно. Отгибаем потолок. И водичка уже сама потекла в ведро. Вот. Прикиньте, вот и все, буквально всего лишь 5 литров водички было, и потолок у нас восстановился обратно. А теперь прямо сейчас можем вернуть светильник на свое место. Естественно, отключить электричество, когда будете делать это у себя. Ну, надеюсь, конечно, вам это делать не придется. Вот и все. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, было видео полезно. Ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на канал Перестройка 116. С вами был, как всегда, Леонард Гарипов. Пока-пока.